и гости канала. Сегодня мы находимся на замечательной яхте. Яхта называется Лакура. Это просто удивительная яхта. Я вам потом сделаю ссылку, вы посмотрите. Там ребята рассказывают технические характеристики. Сейчас мы собираемся наконец-таки на остров Плавник. Мы простояли долгое время в марине, постоянно что-то чистили, драили. А сейчас вот ребята нас любезно пригласили в команду. И вот мы с ними едем. Татьяна, какие впечатления твои? Страшно, страшно. Не знаю, что меня ждет. Она первый раз выходит так далеко от нашей марины. И хочу познакомить вас с ребятами Маловыми. Это замечательные люди, авантюристы, как в душе, так и по названию канала. Просим их, какие у них впечатления и что они ожидают от этого путешествия. Друзья, всем привет! Всем привет! Мы авантюристы Маловы, мы рады находиться внутри Сережиного здания канала. Передаем всем большой привет. Ну и что, мы очень долго стоим. Мы стоим просто так долго, что уже нет сил дальше стоять. И вот наконец-то сегодня появился ветер. И мы рады, что мы сможем сейчас открыть паруса и немножечко прогуляться. И открыть крылья. Да, расправить крылья и немножечко проветриться. Хотим показать ребятам, что же такое яхтинг, потому что Танюша еще никогда не выходила в море. Она просто постояла немножечко, пару дней на своей яхте в марине. И ну, мы же должны друзьям показать, что такое ветер, злачные паруса. Места. И очень приятно, мы очень рады знакомству с этими людьми. Это сумасшедшие приятные люди. Мы ну, крайне рады. Нет, мы бесконечно рады знакомству с вами, ребята. И спасибо, что судьба нас свела. Отправляемся в путь. Ощущение, Тань? Прекрасно. Честно, честно? Блин, или я бы стояла уже, да, или что? Ну да, хорошо. Улыбаешься. Все хорошо. Я боялась, честно говоря, потому что это же новое ощущение. И пока меня организм не подводит. Слава Богу.
Вот так вот, друзья. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки и давайте с нами в путешествие. Вот мы пришли в такую изумительную бухту с такой кристально чистой водой. Смотри, какая синенькая там. Синенькая облада, а серая это буква. Ага. Друг идет на помощь другу. Сейчас будет перешвартовка. Вот отсюда, через бухту, провели швартовый. И сейчас они вдвоем будут тянуть лодку кормой к тому берегу. Для безопасности. В яхтинге безопасность прежде всего. Особенно, когда у тебя на борту такие две прекрасные дамы. Если ты покажешь видео, как ее качает, посмотри. Ну а куда она денется, если ты у нас пикник на розовом мраморе. Друзья, вы когда-то пикниковали на розовом мраморе? Может, вы пикниковали когда-то на необитаемом острове и рядом яхта ваша стояла? Если у вас такого еще не было, подписывайтесь на наш канал, записывайте наши номера телефонов и айда к нам в команду. Вот сегодня мы готовим рыбку. Обалденная рыбка. Много заработает. А теперь я хочу вам показать, друзья, как работают ютуберы-блогеры. Вот так они и работают. Делают другого контент. Вот так вот они и работают, да. А так работает у нас полевая кухня. Шеф-поваром. Шеф-поваром. Всего происходит, да, и все мы не успеваем снимать, да. Потому что мы наслаждаемся этим действием. Настоящий домашний хлеб, корабельный, яхтенный, корабельный яхтенный хлеб, друзья, это ого-го. Дойдешь до моей каюты? Я все перепроверила, но на всякий случай. Ладно. Вот, заодно посмотришь, как там как в батискафе. Ну да. Thank you.
как тебе? Отлично, хорошо идем. Саша, как ощущения? Прекрасно, я вернусь. 29. Это много, Паша, убирай. Круто. Или лифте, можно залепить так. On your toes, don't forget the dot the I. Write a little note on your toes, don't forget the dot the I. Look at what you wrote, goodness knows, it's easy after all.